Шатание между башнями Кремля увеличивает амплитуду. На сей раз Дамоклов меч навис над головой министра обороны России Сергеем Шойгу. В Москве арестовали его правую руку, заместителя министра обороны Тимура Иванова. Согласно официальной версии, его обвинили в коррупции. Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы. Че так мало-то? Однако неофициально говорят о возможном подозрении в госизмене и борьбе между группировками Кремля. Важнейшей задачей остается и принципиальная последовательная борьба с коррупцией. За что на самом деле арестовали такого ранга чиновника? Кому выгоден его арест и что на самом деле за этим кроется? Полетит ли после этого голова старого друга Путина Шойгу? Тимура Иванова задержали в служебном кабинете вечером 23 апреля. В этот день в Минобороне проходила коллегия, на которой присутствовали и министр обороны, и его заместитель. Шойгу, как всегда, хвастался достижениями российской армии на фронте в Украине. Иванов внимательно слушал спич своего шефа, хотя это ему совсем не интересно. Группировки наших войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей. Кто такой Тимур Иванов? Он главный строитель Минобороны РФ, любитель виллы, яхты, за окружение министра обороны Шойгу. По лестнице спускаемся вниз. Но то, что мы видим, то есть вот эта вот вся территория, вот она перед нами. Иванов один из старожилов российской власти. Начал карьеру еще в 1990-х. В 2012 году был вице-премьером в правительстве Московской области, которое тогда возглавлял Шойгу. А в 2016-м вслед за Шойгу перешел в военное ведомство. Очевидно, что где-то вот в той системе сдержек и противовесов, в том балансе сил в окружении Путина и между башнями Кремля произошел какой-то сбой. Где-то, видимо, либо сам Тимур Иванов, а может быть и Шойгу, нарушил какие-то правила игры. И то, что случилось, это либо начало серьезных изменений в окружении Путина, перераспределение власти и, может быть, даже и некой борьбы, между открытой борьбы между различными башнями Кремля. А может быть, это просто удобный момент для Путина ослабить Шойгу. В Минобороны России Иванов курировал крупные военные стройки последних лет. В частности, курировал восстановление разрушенного при российском вторжении Мариуполя. Наградил знаком почетный строитель. Под началом Иванова строили главный храм вооруженных сил России, космодром «Восточный», медицинские центры Минобороны для лечения пациентов с COVID-19. За 28 суток завершено строительство многофункционального медицинского центра на 60 коек. Очень любопытно, почему российские власти решили на эту коррупцию обратить внимание именно сейчас, на третьем году войны. Мы знаем, что Путин своих не бросает, и под своими имеются в виду, конечно, его друзья, те люди, которые входят в обойму, но условной путинской элиты. Иванов, безусловно, яркий представитель такой элиты. Это, наверное, самое громкое антикоррупционное расследование, ну, в кавычках, конечно, антикоррупционное, наверное, со времен министра Улюкаева. Про Улюкаева мы знаем, что его посадили в результате личного конфликта Улюкаева и Сечина. И в отношении Иванова тоже очень трудно себе представить, что это просто, знаете, вдруг кто-то прочитал расследование независимых журналистов, и честный следователь пошел сажать Иванова, потому что Иванов коррупционер. Все считают, что на самом деле главная причина ареста заместителя Шойгу – это сам Шойгу и его судьба. Иванова обвиняют в том, что он якобы оказывал помощь неким компаниям-подрядчикам Минобороны, а затем эти компании безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежавших Иванову. Ему предъявлено обвинение за получение взятки в особо крупном размере. Провластные СМИ сообщили, что заместитель министра обороны мог получить взятку более чем в 1 000 000 000 рублей. Это примерно 11 миллионов долларов. Слухи о его неудержимой и бесконтрольной коррупции ходили уже давно. И вот тут, как поспешило сообщить и Главное управление разведки Украины, они способствовали выявлению информации вот этой жадности Тимура Иванова, потому что вскрывали электронную почту и огласили данные о коррупции Минобороны, в том числе вот самого Тимура Иванова.
этому способствовали как раз на основе вот этих данных, способствовали расследования российских журналистов-оппозиционеров, причем там разные структуры поработали, в том числе и ФБК, Фонд борьбы с коррупцией, который сейчас активизировал свою деятельность. Они еще несколько месяцев назад оглашали большое расследование по Тимуру Иванову, по его бывшей жене. Что касается нынешней жены, тоже там тоже много разных, скажем так, историй ходит. За 8 лет на посту замминистра обороны Тимур Иванов не раз становился героем антикоррупционных расследований. Несколько расследований о роскошной жизни семьи Иванова выпустила команда Навального. Кстати, расследователи называли пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова ближайшим другом Тимура Иванова. Песков уже давно фигура, которая вызывает раздражение у многих Z-патриотов, у таких наиболее агрессивных представителей партии войны в нынешней России. Потому что у Пескова репутация такого себе либерала. Обязательно надо поставить кавычки, потому что это либерал в рамках путинской системы. Это скорее такой вот барин-сибарит, который из прошлого. Вот так, как раньше жила путинская элита. Он не связан с войной, он не является вот такой агрессивной идеологической фигурой. Да, поэтому он многими воспринимается как рудимент вот в нынешней вариации путинского режима. И вот то, что есть связь как раз вот по сибаритству, по роскошному образу жизни, по старым привычкам гедонистским у Пескова, его семьи и у семьи Тимура Иванова, это тоже такой, скажем так, вариант для развития цепной реакции, изменений во власти. То есть не только для Шойгу есть риски, но и для Пескова. В мае 2023 года портал «Досье» Михаила Ходорковского опубликовал большое расследование о том, как зарабатывает на войне главный строитель Минобороны РФ. В нем идет речь о том, что война и стройки на оккупированных территориях Украины стали для Иванова настоящей золотой жилой. Львиную долю так называемых новых домов в Мариуполе возводит военно-строительная компания. Она – стопроцентное дочернее предприятие Минобороны РФ. Его создание в 2020 году пролоббировал именно Иванов, как и компанию «Олимп Ситистрой», одного из крупнейших подрядчиков российского Минобороны. Вы у нас одни из передовиков. Гордимся вами. Завершите работу в срок. Еще в 2019 году Тимур Иванов вошел в рейтинг Forbes среди богатейших силовиков России. Он получил доход под 140 миллионов рублей при реальном заработке неполных 14 миллионов. Завистников и недоброжелателей Тимура Иванова было, я думаю, немало. И в конце концов произошло накопление вот этого материала, и его решили использовать не только против самого Тимура Иванова, который многие, я думаю, рады были потопить. Я думаю, что он сам брал себе очень много, но не со всеми делился. Это тоже усилило число его врагов, увеличило число его врагов. Но для Путина и для целого ряда кремлевских кланов самое главное здесь ослабить Шойгу. Это вот версия номер один. Но я не исключаю, что если это серьезное перераспределение влияния в окружении Путина, то тогда вот встанет вопрос, остается ли Шойгу. И если вдруг будет попытка убрать еще и самого Шойгу, а повод может тоже найтись, что Тимур Иванов делился Шойгу, и что Тимур Иванов был только лишь инструментом коррупционной деятельности, а главной фигурой был сам Шойгу, то есть он был главным патроном этой мафии. Но тогда надо снимать самого Шойгу. Но это уже очень сильное перераспределение влияния, и вот это может стать таким тоже триггером, спусковым крючком для цепной реакции борьбы за власть в Кремле. Роскошный образ жизни Тимура Иванова и его жены оплачивали в том числе компании, которые получали подряды Минобороны России. Спустя полтора года после публикации журналистского расследования, упомянутые в нем люди и компании фигурируют и в уголовном деле Иванова. Бизнесмена Сергея Бородина, арестованного одновременно с Тимуром Ивановым, и также обвиняемого в получении взятки, СМИ называют другом и доверенным лицом замминистра. Третий арестованный по делу Тимура Иванова бизнесмен Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки.
Он совладелец компании «Олимп Сити Строй», подрядчика Минобороны. Обыски и аресты прошли и у других фигурантов, связанных с Ивановым. Тимур Иванов – это только лишь способ, повод ослабить Шойгу. Вот заметьте, как действует Путин. Он же не сразу убрал Пригожина, а через некоторое время. Многие удивлялись. Но после того, что случилось, открытый путч, но надо наказать Пригожина и вообще его убрать. Многие даже считали, что это признак ослабления Путина. Но убрали Пригожина. Чуть позже, но убрали. А после того, как был побежден Пригожин, и тем более после того, как его убрали, ну, стало очевидным, резко усилился Шойгу. Резко. И Шойгу надо было ослабить как-то. И, возможно, сейчас вот как раз дело Тимура Иванова, на мой взгляд, это вот версия номер один, это как раз способ уже со стороны самого Путина, но, конечно, в этом заинтересованы многие другие, Патрушев, например, ФСБ, который в давних контрах с Минобороны, возможно, Ковальчуки и некоторые другие кланы в окружении Путина. Вот они все заинтересованы в ослаблении Шойгу. Однако СМИ считают, что реальная причина ареста Тимура Иванова не коррупция, а госизмена. О его любви к роскоши все было известно давно. Издание «Важные истории», ссылаясь на источники, близкие к ФСБ, сообщает, что пока говорить публично о госизмене не хотят, так как фигурантом является высокопоставленный чиновник в системе российской власти. Хотя арест Иванова санкционировал лично Путин после того, как убедился, что речь идет именно о госизмене. Хотя эту версию в Кремле опровергают. Нет, об этом ничего не известно. Ну, разумеется, сейчас очень много разных перетолков вокруг этого всего. Здесь, конечно же, нужно ориентироваться на официальную информацию. Российский политолог Иван Преображенский в комментарии «Настоящему времени» заявил, что Кремль просто использует Иванова в своих целях. История про так называемую государственную измену выглядит очень сомнительной. Я думаю, что его арест непосредственно связан с тем, что российские власти хотят повесить на него все возможные недовольства и проблемы со стороны тех российских военных, которые сейчас на фронте и которые готовятся к новому большому наступлению, о котором говорят военные эксперты, которые гораздо лучше меня в этом разбираются, и я им склонен доверять. И, соответственно, им надо поднять боевой дух в войсках. Нет. И лучше, чем посадить казнокрада, которого ненавидят вся армия, они ничего не придумали. Что тогда на самом деле означает арест правой руки Шойгу? СМИ утверждают, что российские силовики владеют компрометирующими материалами на Иванова уже много лет. Однако реализовать эти материалы до сих пор не позволял Сергей Шойгу. Он лично вступался за Иванова, но теперь он ничего не может сделать. Обострение борьбы за власть. И очень, кстати, заметно, что информационно вот это дело Тимура Иванова раскручивает клан Ковальчуков, его информационный холдинг. Говорят о том, что вот и ФСБ, и Патрушев к этому тоже могут быть причастны. Поэтому версия обострения борьбы между башнями Кремля тоже версия достаточно актуальная. Ну и, наконец, надо учитывать, что вот в связи с тем, что Путин будет начинать свой новый президентский срок, как показывала практика его предыдущих президентских сроков, он периодически, не всегда сразу, а через некоторое время, осуществлял перестановки во власти. Вот. Нередко менял правительство. Дольше всех держалось правительство Медведева, но очень часто, почти каждый срок, Путин менял премьер-министра. И сейчас тоже много слухов. Вот поменяют, не поменяют правительство. И также может поменять некоторых силовиков. Вот уже давно вроде бы хочет уходить глава ФСБ Бортников. И вот в рамках этих перестановок, да, под вопросом и Шойгу. Показательный арест замминистра обороны показывает, насколько позиции Сергея Шойгу слабеют. Арест Иванова – это в первую очередь удар лично по нему, ведь давний соратник Путина даже не может спасти своего заместителя. Сейчас между башнями Кремля идет передел сфер влияния, усиливается роль спецслужб. Шойгу может стать жертвой коррупционного расследования. Один вариант самый жесткий для Шойгу и самый неприятный. Другой вариант – он просто тихо уйдет.
вот в результате правительственных перестановок. Это тоже ожидаемо. Но вот именно ожидание перестановок, оно сейчас является, скажем так, главным фактором, который будоражит российские элиты, ну и всех, кто с ними связан. Потому что никто не знает, что именно произойдет, кто усилится и кто в результате может претендовать на роль путинского преемника. Тема преемника не уходит. Хотя, ну, очевидно, что, ну, вряд ли Путин кому-то будет передавать власть. Ну, нет никаких признаков этого. Наоборот, скорее, Путин никому не доверяет. Но, тем не менее, вот борьба за то, кто будет после Путина, эта борьба, пусть в скрытой форме, но все-таки продолжается. И нынешнее дело, дело Тимура Иванова, может быть, пусть косвенно, но является проявлением этой борьбы. Кто именно решил ослабить позиции Шойгу, единого мнения нет. Эксперты рассматривают несколько версий. Тимуру Иванову может мстить первый заместитель главного управления Генштаба России генерал-лейтенант Владимир Алексеев. У него есть свои причины для разборок. Ранее Иванов пытался уволить Алексеева. Не исключено, что лишить Шойгу полномочий и влияния стремится сменщик Путина, а ныне замсекретаря Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Ястребу войны не нравится, как российская армия воюет в Украине. Инсайдерские источники сообщают, что Иванов много лет имел возможность работать на важнейшей государственной должности и безнаказанно заниматься хищениями благодаря своему влиятельному покровителю – олигарху Геннадию Тимченко. Тот регулярно защищал его перед Путиным. Но теперь чаша терпения лопнула. Еще Тимура Иванова называют одним из самых прозападных людей из представителей действующей власти. А провоенные блогеры относят его к той части кремлевской элиты, которая выступает за мягкий выход из войны в Украине. Перестановки в нынешних условиях, в условиях войны, в условиях, когда Путин уже со 70, и мы не знаем точно состояние его здоровья, это все может тоже быть таким импульсом для обострения борьбы за власть в путинском режиме. Часть людей, из которых, ну, наверняка хочет выйти из ловушки войны и как-то нормализовать ситуацию. Так что дело Тимура Иванова может быть локальным конфликтом, который приведет только к ослаблению Шойгу, а может спровоцировать и более серьезные тектонические последствия в путинском режиме и в распределении власти между различными башнями Кремля. Российские СМИ называют арест Иванова первым из многих ожидаемых кадровых изменений. Будут ли другие чистки, вопрос пока остается открытым. Очевидно только одно – в башнях Кремля начался разброд и шатание. Удар по Шойгу и его ведомстве – это лишь начало большого передела сфер влияния.